Если бы я поставил напротив тебя человека, который разрушил твою жизнь, ты бы его убил? Когда ты будешь слушать эту запись, пройдет уже 7 лет. Сейчас ты находишься у истоков своей новой жизни. Это может быть потрясающе. Знать будущее. Так значит, ты коп? Я агент времени. Мы предотвращаем преступления до их совершения. Что это? Машина времени. Никогда не превышай пределы прыжков во времени. Если ты хочешь остановить подрывника, у тебя не будет второго шанса. Время – ловушка для желаний. Ты сможешь это сделать. Что ты имеешь в виду? Как это связано со мной? Ты уникален. Тебя подарил миру этот парадокс. Ты должен привести нас в будущее. Я знаю, откуда пришел я, но откуда явились все вы? Что, если я поставлю его напротив тебя? Ты убьешь его?